Ням-ням. Какие вкусные макарошки. Хорошо, давайте, пожалуйста. Ой, ну конечно. Нужно все с самого начала запороть. Так. Быстро и по сути. У меня есть к вам пару объявлений. Во-первых, хочу сделать обнову. Значит, новый проект. И хотел бы спросить у вас, что... Совета. Предлагайте свои идеи, какой будет новый проект. И Б. Что я с ним буду делать? Я его быстро. Как быстро? Качественно. Немного качественно. Сделаю этот таймлапс и потом последнюю серию Мировую войну. Извините меня, пожалуйста. И коллаб. Пока у меня был поломан ноутбук, мы с Иваном Франковским делали коллаб. Совместно делали Lebensraum. Да. Я выставлю такое окошечко, ссылка. Я туда вложил свой тоже труд. И я не вправе заставлять, конечно, но хотелось бы, чтобы вы тоже оценили. Хорошо, и последнее это пак. Я, если кому-то нравится, то можете его взять, я его выставлю. Хорошо, это все. Спасибо за внимание. Ой, как же я задолбался записывать, как сложно.